Добрый вечер, дорогие мои. Поставьте, пожалуйста, в чат, как обычно, цифры до 10 баллов, как меня слышно и видно. Отлично. Я надеюсь, что вы видели те два видео, которые я вам поставила в начале. И поставила я их вам, конечно, не просто так, а со смыслом. Ну, первое видео с Международной ассамблеей Faberlic 2016 года в Москве, на которой я была, и, конечно, впечатления невероятные. И сейчас вот прям смотрю, у меня... аж слезы на глаза наворачиваются. Конечно, на таких событиях нужно бывать, обязательно. Ну а чтобы быть на таких событиях, вы знаете, нужно быть в статусе не ниже кандидата в директора. Ну а для того, чтобы вам стартануть и выйти на этот статус, и даже успеть его закрыть, и вас поздравят на Международной ассамблее в Москве в год 20-летия компании, в гостином дворе, прям практически на самой Красной площади, то нужно стартовать, нужно стартовать. А когда стартовать, как не сейчас, ну, я не представляю. Если вы это время упустите, то какое еще время вам нужно? Успевайте стартануть сейчас, как успели это сделать те люди, которых вы видели на сцене. Успевайте стартовать в золотой век компании Faberlic, когда нам с вами практически ничего не нужно делать, немножко пальчиком, ноготочком даже своим накрашенным ковернуть песок, и оттуда будет бить фонтан, потому что, ну, легче, чем сегодня, наверное, не работалось никогда. Я думаю, если у нас здесь спикеры присутствуют в чате, директора, те, которые давно работают в компании Faberlic, подтвердят мои слова сейчас в чате, что сейчас самое-самое... ну, самое простое время, самое легкое время для рекрутинга, самое легкое время для старта. И если вы не воспользуетесь этими возможностями, если вы не воспользуетесь ближайшими тремя каталогами, в течение которых у нас с вами будет проходить турбостарт, наш курс, который поможет вам, сопроводит вас для того, чтобы вы получали свой результат, но при условии, что вы будете готовы работать и вкладываться в этот результат. Вот эти три каталога, когда у нас праздники все, февраль, 23 февраля, 8 марта, День всех влюбленных, две коллекции Юдашкина, такие шикарные подарки для новичков, столько новинок, просто сумасшедших. Я думаю, все уже одним глазком успели посмотреть каталог номер 3, он уже вовсю гуляет по сети, и он, конечно, просто, ну, сносит голову. Не представляю, если не начинать работать сейчас, то, ну, не обманывайте себе, видимо, вы не начнете уже никогда. Итак, сейчас самое лучшее время для старта, самое горячее время для старта. Успевайте поймать весь золотой дождь, который сейчас сыпется на нас благодаря вот тому, как продвигается компания Faberlic на рынке в данный момент. Ну и наш турбостарт, сегодня дата его начала, 24 января, и закончится у нас он 16 марта, за 4 дня до окончания 5 каталога, и у вас будет еще 4 дня, чтобы вы успели все... ну, все-все доделать, докрутить, успеть провести какой-то промоушен в структуре и сделать тот минимальный прирост, на который мы рассчитываем в турбостарте, а именно 600 баллов группового объема. Реклама по ТВ прекрасная, у нас всегда шикарные ролики с великолепной музыкой, просто вот большой респект и уважение тем, кто это делает, за это нам точно никогда не стыдно, хотя иногда бывает, что уже... сами устаем от рекламы Faberlic по телевизору, но это здорово, но никогда такого не было счастья для консультантов, директоров компании Faberlic. Итак, наш с вами четвертый поток турбостарта. Длится он будет 3 периода. В течение этих 3 периодов вы получите 12 вебинаров, на которых вы узнаете 12 эффективных техник, рекрутинговых техник, которые помогут вам сейчас именно начать строительство своей организации, которая будет у вас, конечно же, развиваться, и вы в качестве новых директоров, я уверена, попадете на Международную ассамблею Faberlic в Москве в 2017 году в гостином дворе. Вам не обязательно все эти 12 техник использовать прям вот сразу, но вы должны будете попробовать каждую из этих 12. После того, как спикер даст вам тему, он дает вам домашнее задание на отработку, попробуйте, приобретите опыт и выберите из этих 12 техник те, которые для вас будут, ну, самые по душе, которые для вас будут самые эффективные, самые результативные. Кто же у нас является спикерами проекта, я чуть-чуть попозже их представлю, но хочу вам сказать, что это самые успешные, самые быстро растущие директора и драгоценные директора Урала. Итак,
Еще раз проговариваю, да, цель наша освоить на практике, то есть внедрить в свою практику на постоянной, на системной основе одну-две техники рекрутинга для построения структуры. И дорасти до 600 баллов группового объема, если вы новичок, либо хотя бы сделать прирост 600 баллов группового объема, если вы не с нуля сюда вошли, но, а, конечно, желательно перешагнуть на ступеньку, а то и на две к вашей теперь имеющейся ступени маркетинг-плана. Участниками TurboStart могут стать либо новые консультанты, которые к вам пришли и которые согласились попробовать бизнес, да, и попробовать построение своей организации, своей структуры совместно с компанией Faberlic, не для потребителей, конечно, не для дисконтников этот курс, для тех, кто хотел бы совместно с компанией Faberlic строить свое финансовое благополучие. И этим новым консультантам, ну, вы, может быть, часто не знаете, что ответить на вопрос, а что надо делать. Так вот, именно для таких новых консультантов и для таких начинающих наставников, которые еще сами не уверены в себе, в своей системе или не имеют ее, именно для таких новых консультантов и их наставников и предназначен наш проект TurboStart. И также участниками этого проекта могут стать активные консультанты вместе со своими наставниками. Если директор входит вместе со своими активными консультантами в этот курс, то он у нас идет как наставник, совершенно, ну, бесплатно обучается, домашние задания мы с него никакие не требуем, но задача наставника сопровождать своих активных консультантов и помогать им вместе вот начинать осваивать эти техники. А спикеры, повторюсь еще раз, это директора и драгоценные директора с групповым оборотом от 3000 баллов до 50 тысяч баллов, но что-то у нас с 3000 баллов, по-моему, никого нет, все у нас гораздо выше находятся по маркетинг-плану. Итак, спикеры, ну, я начну с себя, потому что я первая, да, его веду, да, и по алфавиту тоже я первая. Безденежных Алина, меня зовут, я Золотой, директор компании Faberlic. Следующий наш спикер и второй вебинар, следующий будет вести Луговых Светлана, открытый бриллиантовый директор компании Faberlic. Ратушняк Светлана, открытое золото. Черник Анастасия, директор компании Faberlic. Солертовская Людмила, Люда, все время забываю, серебряный директор, по-моему, Гуфранов Рамил, директор компании Faberlic, Сетчик Александра, старший директор, и Груздина Анна, золотой директор компании Faberlic. И поверьте, каждый из этих спикеров будет давать вам тему, которая за ним закреплена, не в теории, он ее сам освоил не в теории. Спикеров мы выбирали, и темы мы им предлагали именно те, которыми они работают и которыми они получают результат. И если вы хотите оказаться на месте этих людей, хотите стать директором, драгоценным директором, пожалуйста, верьте им, слушайте, что они вас говорят, делайте, как они говорят, не рассуждая, не мудрствуя, а просто берите и делайте. У нас был на прошлом TurboStart, по-моему, когда Сетчик Александра давала свою тему по анкете, тому методу, благодаря которому она получила именно свой результат, это основной метод, которым она работает, и у нас в чате такая развернулась бурная дискуссия, вроде как это все уже не работает, или это не работает в нашем городе, и особо был у нас такой активный молодой человек, он писал, что вот в Тюмени это у вас там может работать, а в Тюмени не работает. И до того он нас прям вот такой вызов нам сделал, что мы все-таки поехали в Тюмень, поработали этим методом, и сейчас в Тюмени у нас тысячебальная группа, построенная благодаря этому методу. Так что, во-первых, работает, если работать, а во-вторых, работает, если работать правильно. Так вот, как правильно использовать техники, рекрутинговые техники, вам расскажут наши спикеры. Маршрут движения в нашем курсе. Курс у нас будет состоять из 8 недель. Обычно у нас 6 недель идет, но здесь немножко мы увеличили время, потому что каталог у нас двухнедельный, вы знаете, третий. Итак, на первой неделе ваша задача будет сделать личный заказ, на второй неделе увеличить его до 50 баллов, если вы это не сделаете сразу. И каждую неделю вам необходимо будет регистрировать 5 новых консультантов в первую линию с первым шагом стартовой программы. Вот это вот основное, запомните, да, 50 баллов личного объема, и каждую неделю у вас должно прибывать 5 новых консультантов в первую линию.
По каталогам мы рассчитываем, что вы будете двигаться по окончанию второго каталога 200 баллов, третьего каталога 400 баллов группового объема, либо прирост, если вы не с нуля. И четвертый каталог, групповой объем 600 баллов, либо прирост 600 баллов, опять же, если вы не с нуля. То есть это вот то, на что мы рассчитываем. Но я думаю, каталоги, которые ждут нас в ближайшее время, и в такие праздничные дни, и сезон просто самый-самый наивысший, да, как говорят, высокий сезон, но нужно, конечно, эти цифры гораздо и гораздо превосходить. То есть это обязательный минимум, так будем говорить. А почему мы выбрали именно 600 баллов? Почему не 1000-1500, 2 или вот не сразу турбостарт до директора? По той простой причине, что на самом деле 600-бальные группы растут быстро. И по статистике как компании, так и Урала до 600 баллов дорастают новые консультанты достаточно быстро. 2, 3, 4 каталога – это вполне нормальный себе темп для того, чтобы с нуля вырасти до 9%. Не так еще много задач у консультанта, который начал свою строить группу, и у него, в общем, существует один единственный, его основной процесс – это рекрутинг. То есть, чем занимается начинающий консультант, если он хочет строить свою структуру? Он занимается рекрутингом, потому что у него просто-напросто еще пока нет людей, чтобы что-то с ними делать, да, еще запускать какие-то еще процессы. И 600-бальная группа уже, 600-бальной группе уже есть уже заложена такая база для роста, потому что количество консультантов в 600-бальной группе, ну, уже по статистике говорит о том, что у вас там, ну, как минимум 2-3 потенциальных ключевых партнера точно есть. И либо вы их не разглядели, либо не вовремя сделали им или не сделали вообще предложение, от которого невозможно отказаться. И те техники, которые вы будете отрабатывать в этом курсе и которыми вы будете достигать результат, очень легко дублицируются. Что это значит? То есть их очень легко передавать вашим новым консультантам. Опять же, когда новичок у вас будет спрашивать, что мне делать, вы ему можете легко вот эти вот 2-3 техники, которыми вы будете работать, или 2-3 техники других, которые подойдут ему из курса, вы ему сможете передать, и он может легко начать ими работать. То есть вот еще раз, да, основной функционал лидера 600-бальной группы – это пользоваться продукцией, создавать клиентскую базу, привлекать новичков, ну и слушать своего наставника. Если у вас нет рядом наставника, который вас обучает и которого вы готовы слушать, пожалуйста, наш курс «Турбостарт» готов выполнить для вас эту функцию. Считайте, что курс «Турбостарт» – это ваш наставник. Ну, просто делайте те домашние задания, которые вам дают. Темы вебинаров. Вот сегодня у нас установочный вебинар, и мы еще сегодня с вами поговорим, кроме организационных моментов, о личном объеме 50 баллов. И следующие наши вебинары, вы видите их в той последовательности, в которой они будут происходить. Первый вебинар – это целеполагание. Да, мы с вами будем учиться ставить цель от мечты к достижению цели. Дальше мы начинаем с техник рекрутинга, которые мы осваиваем на своем теплом круге. Теплый круг – это люди, которых мы знаем. Да, которых мы знаем в лицо, чей контакт у нас есть, с которыми мы когда-либо общались. Вот все эти люди называются теплым кругом. А следующая тема – это работа с возражениями. Очень важная тема, особенно для новичка, потому что новичок часто теряет мотивацию, у него часто опускаются руки, когда он начинает слышать возражения. И вот как раз надеемся, что этот вебинар поможет вам немножко от этого страха избавиться, потому что возражения в сетевом маркетинге – это абсолютно нормальная, естественная вещь, и не надо этого бояться, с этими возражениями нужно работать. Наоборот, классно, когда возражения есть. Если их нет, значит, вы человека не заинтересовали, и он просто ждет, когда можно будет уйти. А следующая такая актуальная тема – соцсети как помощник в рекрутинге. То есть мы вам дадим просто несколько прикладных таких техник. Мы не будем с вами глобально говорить об имидже в соцсетях, о бренде в соцсетях, а несколько просто рабочих таких фишек, которые помогут вам начать рекрутировать через соцсети. А следующая тема – это проведение мастер-класса на руке и мастер-класса по бытовой химии. Эти мастер-классы мы будем давать на вебинаре вживую, потому что, опять же, именно этими мастер-классами новичку наиболее легко будет
ну, стартовать, да, их легко делать. Ведь мастер-класс на руке, почему многие новички боятся прикасаться к лицу, да, человека, например. А на руках сделать мастер-класс быстро и легко. Ну, а косметика для дома, это, конечно, самый такой привлекательный мастер-класс для наших с вами клиентов и потребителей. Это то, что всегда производит, ну, колоссальное впечатление. И после этого мастер-класса у вас практически 100% присутствующих сделают заказ обязательно. Ну и кроме того, мы дадим вам в записи уже более сложные техники. Это мастер-классы по декоративной косметике и несколько мастер-классов по косметике уходовой, то есть уже на лице. Но это мы будем давать вам в записи, а отрабатывать вы будете именно эти два мастер-класса, это Дом Фаберлик косметика и на руке, Гран-при наш набор с вами. А следующая тема – рекомендации и приглашение по телефону. Как правильно говорить по телефону и как отрабатывать эти рекомендации, которые вы получили со своих клиентов, потребителей, либо консультантов вашей структуры. Следующая – это техника работы с каталогом. Потом мы с вами выходим на холодный круг и берем соцопрос и анкету, как одно из таких наиболее тоже легких и эффективных техник, с которых можно стартовать. И следующая тема – отчеты и планирование по показателям. Индивидуальное планирование по показателям вашей личной и консультантов вашей структуры мы дадим вам в вебинаре. И как работать с отчетами и с показателями ваших из личного кабинета в отчетах, мы дадим вам тоже в записи. То есть дополнительно у вас таких будет, можно сказать, два в одном. Следующее – бизнес-рандеву. То есть у вас уже к этому времени будет приличная такая структура. И я говорила о том, что если вы будете двигаться в правильном темпе, то количество новых консультантов, которые у вас будут, среди них уже обязательно есть несколько ключевых партнеров, которых вы просто не распознали. И вам необходимо будет провести бизнес-рандеву в вашей структуре и сделать то предложение, от которого, ну, будет сложно отказаться, и пригласить этих ключевых партнеров на следующий поток турбостарта. Маркетинг-план Фаберлик. Мы с вами посмотрим перспективы развития, потому что 600 баллами, конечно, маркетинг-план наш не ограничивается. Ну и последний наш вебинар. Я говорила, что он у нас будет за 4 дня до окончания периода. Последний наш вебинар про расчет промоушена на структуру и где взять баллы в конце каталога. То есть, если вы видите, что вам все-таки не хватает, вы все-таки где-то не докрутили, мы вас научим, как быстро за 3-4 дня можно сделать недостающий результат, где взять недостающие 150-200 баллов. На что мы рассчитываем, как вы будете себя вести в этом курсе, пока вы обучаетесь? Какое будет у вас расписание? Ну, для себя уже, да, мы, конечно, тут вас не контролировать, не проверять не будем, но мы вам рекомендуем придерживаться именно того расписания, которое вы видите сейчас на экране. То есть в понедельник вы проводите мастер-классы, презентации, работаете с клиентской базой, во вторник обзваниваете тех людей, которые рекомендации, да, которые вы получили на мастер-классах и на презентациях, слушайте вебинар очередной в 7 часов вечера по уральскому времени, в 5 по Москве, и планируйте себе следующий день. В среду вы отрабатываете тот метод, который вы получили на вебинаре, то домашнее задание делаете, которое вы получили на вебинаре во вторник, анализируете свои результаты и составляете себе план, как вы будете работать с этим методом в следующие 3 дня. Четверг, опять же, вы сопровождаете и работаете со своей базой, как клиентской, так и консультантов, по телефону, отрабатываете ваши контакты, которые вы получили на этой неделе, слушаете вебинар и опять же планируете. И, в общем, все по той же схеме. Пятница – отработка метода. Суббота – событие с наставником, если оно у вас есть. И анализ, как у вас прошла в неделю. А в воскресенье отдыхаем и задаем очень важные вопросы себе, которые вам Светлана Луговых на своем вебинаре обязательно покажет и расскажет. И вот эти 12 вопросов вы себе будете задавать каждое воскресенье для того, чтобы лучше понять свою деятельность и проанализировать свою эффективность, свои результаты и как вы расходуете свое время и свои силы и компетенции. Организационные вопросы. Здесь сегодня у нас, я думаю, присутствуют люди, которые еще не оформили заявку на турбостарт. То есть этот у нас вебинар открытый. Я сейчас прям в чат вам
сброшу ссылочку, вы можете ее из чата копировать, либо сразу же нажмите на нее, она у вас откроется в другом окне в браузере. И после окончания вебинара, если вы примете решение в этот TurboStart идти, вы по этой ссылке заполните анкету. И если вы эту анкету не заполните, вам, к сожалению, не будет приходить рассылка. Вы не сможете получать ссылочки на наши вебинары, ссылки на наши сессии. Поэтому анкету эту нужно необходимо обязательно заполнить, чтобы просто-напросто получать от организаторов курса информацию и ссылки на видеокурс и на вебинары, которые будут проходить в ближайшее время. И, кроме того, у нас есть общий чат TurboStart. У нас там все, не только вы. Может быть, вы там будете обмениваться вопросами, информацией, вам кто-то будет помогать, но я чуть позже об этом скажу. В этом чате тоже есть ссылка на форму заявки. То есть вот обязательно нужно заполнить. По форме заявки вопросы, если есть, задайте мне сейчас сразу. Потому что такой важный организационный момент. Если кому-то что-то непонятно или кто-то не понял, как эту форму заполнять, куда ее отсылать? Сразу скажу, что отсылать никуда не надо. Вы просто нажмете «Отправить», и она попадет нужному человеку в руки. Так, карандашик не бегает. Значит, я так понимаю, что вопросов на этом этапе у вас пока нет. Хорошо. Заполняете форму участника. Оплачиваете свое участие в TurboStart, это оргвзнос 300 рублей. То есть у нас сам курс безоплатный, мы собираем только оргвзнос для оплаты вебинарной комнаты, для оплаты сервиса рассылок, с помощью которого вы будете получать письма на свой электронный адрес. Ну и позже еще скажу, да, для такой небольшой приятности для всех участников TurboStart. Поэтому этот организационный сбор нужно будет оплатить до четверга 26 января на карту Сбербанка. Если вы, да, если вы первый раз на TurboStart, если вы когда-либо оплачивали уже TurboStart, если вы в каком-либо потоке уже были участником, вы уже у нас заходите при условии того, что у вас хотя бы один консультант активный или новичок заходит вместе с вами в TurboStart, и вы здесь наставник, уже в роли наставника, то оплачивать ничего не надо. Следующее. Необходимо подписать договор о намерениях. Ссылочка на договор о намерениях вам придет на почту в письме после того, как вы заполните TurboStart. Также она будет у вас прикреплена в видеокурсе, куда мы будем выкладывать все материалы по TurboStart. Ссылка на видеокурс также будет у вас в рассылке на почту. То есть всю информацию, запомните, вы получаете в общем чате TurboStart, в мессенджере Telegram, позже я об этом скажу, и по почте, по электронной почте. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, когда вы заполняете анкету, заполняйте адрес электронной почты правильно. Очень часто бывают ошибки. Или mail написали вместо АЕ, там, да, или фамилию свою неправильно, какую-то букву пропустили. Проверьте очень внимательно этот факт. Но сделать заявленное в маршруте движение – это будет идеальный вариант. И подумайте уже сейчас, как вы себя вознаградите за то, что вы будете молодец все эти 3 недели. Кроме того, что вы подрастете как организатор структуры, да, вы подрастете в баллах, подниметесь на несколько ступенек маркетинг-плана. Ну и просто за то, что вы молодец, чем вы себя за это наградите. Ну и я бы еще запланировала, чем вы себя, как вы себя поругаете, как вы себя накажете, если вы это не сделаете. Ну и последнее обязательно, открыть интернет-магазин свой. Вы знаете, что у каждого консультанта компании Faberlic есть возможность от компании бесплатно совершенно иметь свой собственный интернет-магазин. Поставьте сейчас в чат минусы те, кто не знает, где этот интернет-магазин находится, что с ним делать и, ну, до сих пор его не активировал. Так, Люба, вижу, раз. Елена. Угу, Татьяна. Я сейчас тогда быстренько вам покажу, как активировать свой интернет-магазин. Та-та-та. Так, не запустила я программу рабочего стола. Сейчас, секундочку, если это у меня быстро получится, я вам покажу, где нужно ставить
галочки, чтобы у вас был ваш собственный интернет-магазин. Так, сейчас программка у меня открывается. Она так бывает, что грузится достаточно долго. Ну, давай, моя хорошая, давай. Угу. Программа готова к работе. Запускаем публикацию экрана. Так, сейчас вы должны на экране конференции видеть рабочий экран компьютера. В чате пока мне не пишите, потому что я все равно не вижу. Угу. Так, сейчас я к вам немножечко вернусь. Так, видно, да? Все, вижу плюсики, отлично. Вот смотрите, в вашем личном кабинете у вас есть такая вкладочка «Личные данные». Нажимаете, заходите сюда. В «Настройки» нажимаете. И вот посмотрите, у вас здесь такая строчка «Хочу свой интернет-магазин». И вам нужно будет вот здесь поставить галочку. Да, напротив вот «Хочу свой интернет-магазин» поставить галочку. Вы уже увидите здесь адрес вашего интернет-магазина. И можете почитать здесь условия предоставления. Сейчас посмотрим, есть ли здесь ссылочки на обучение. Угу. Нет, ну сейчас я вам покажу, где взять. Ну вот давайте вот кликнем сейчас на вот эту мою ссылочку и посмотрим, как выглядит наш интернет-магазин Faberlic. Ну вот он. Вот мой интернет-магазин. После того, как вы поставили здесь галочку и ваш интернет-магазин открыт у вас, да, посмотрите, вот здесь внизу, в подвале, на сером фоне, в самом-самом низу страницы, в разделе «Помощь» есть ссылочка на персональный шоп faberlic.com, да, такая. Нажимаете сюда, и там вы увидите все инструкции по настройке вашего интернет-магазина, по, ну, как его активировать, как им работать. Все. Вы можете очень хорошо, все написано в компании. Кроме того, сейчас я вам еще одну ссылочку кину прямо в чат, вы ее скопируете. У нас есть группа ВКонтакте «ДП Faberlic Урал». И в этой группе ВКонтакте выложено видео обучение по настройке и продвижению интернет-магазина. Вот тоже можете эту ссылочку сейчас либо из чата скопировать, либо кликнуть прямо на нее в чате, и у вас откроется в новом окне группа ВКонтакте «ДП Faberlic Урал». Вступайте в эту группу, и в разделе «Видеозаписи» вы найдете запись обучения по настройке и продвижению интернет-магазина. Угу. По этой части есть у нас вопросы? Задавайте, пожалуйста, сейчас их, если у вас вопросы возникли. Если все понятно, ставьте плюсики в чат. И мне не надо на этом еще останавливаться. Угу. Отлично. Итак, еще одна, да, часть организационных вопросов – это по времени проведения вебинара и по, да, ссылкам на вебинары и по видеокурсу. Время проведения вебинаров у нас всегда одно и то же – в 5 часов по Москве, либо в 7 часов по уральскому времени. Каждый вторник и четверг в одно и то же время у нас проходят вебинары в нашем проекте «TurboStart». Каждый раз на вебинар ссылочка новая, поэтому вот по той ссылке, которой вы сейчас зашли, вы не сможете попасть на вебинар, который будет в четверг. Вот почему обязательно нужно, еще раз повторю, заполнить форму заявки. После того, как вы заполните форму заявки, вам на почту накануне вебинара всегда будет приходить письмо с новой ссылкой. Вот это запомните, пожалуйста, ссылка каждый раз новая. Получаете вы ее в рассылке на почту. Начало всегда
в одно и то же время. Кроме того, в поддержку нашего курса «Турбостарт» каждый вторник в 8 часов вечера или в 6 по Москве и в 8.30 по Уралу или в 6.30 по Москве у нас проходит вебинар-презентация «Добро пожаловать в Faberlic». Это такая презентация бизнеса, презентация компании. И сразу же за этой презентацией проходит продуктовый вебинар. То есть вебинар, посвященный одной из линеек нашего ассортимента. Более подробно мы рассказываем там о том продукте, который сейчас в акции, или его наиболее выгодно приобретать, то есть с упором на текущий каталог. Не просто рассказываем о какой-то линейке, но и еще то есть актуально, да, актуацию с акцентом на текущий каталог и на выгодные акции и предложения текущего каталога. Записи всех вебинаров. Вот у нас вторник проходит вебинар, в четверг проходит вебинар. Записи всех этих вебинаров вы сможете все пересматривать. Кроме того, к записям этих вебинаров мы будем вам прикладывать дополнительные файлы, скрипты, таблицы, видеофайлы, которыми вы будете пользоваться. И это все у нас будет лежать в видеокурсе. Видеокурс. Ссылочка у вас будет всегда на него одна и та же, в отличие от вебинаров. То есть вебинар каждый раз ссылка разная, на видеокурс ссылка будет всегда одна и та же. И вы точно так же, как и ссылки на вебинары получите ссылку на видеокурс по почте. На видеокурсе все записи хранятся, вы их можете открывать в любое время и пересматривать. И кроме того, у вас там будет доступно определенное количество каждой практической сессии файлов для скачивания, то есть которые вы можете закачать и с ними работать. Как с рабочими материалами, рабочими тетрадями, таблички, отчеты, скрипты и так далее, и так далее. Здесь давайте по ссылкам сразу тоже все вопросы, если возникли вдруг. Задавайте. Очень большую часть организационных вопросов, и если возникают какие-то сложности, затруднения, решает наш общий чат в Telegram. Мессенджер Telegram. У кого он уже установлен на компьютеры или на мобильные устройства, я вам прямо сейчас в чат брошу ссылочку на присоединение к общему нашему чату TurboStart. И нажав на эту ссылочку, вы просто уже автоматически становитесь участниками нашего общего чата. Для тех, кто не является еще пользователем мессенджера Telegram, во-первых, очень сильно рекомендую и настаиваю, чтобы вы там были, чтобы получать актуальную информацию. Во-вторых, обратите внимание на мессенджер Telegram, потому что по сравнению со всеми другими мессенджерами и средствами связи, такими как Skype, это, конечно, как сказала Светлана Устратова, если можно ездить на Мерседесе, зачем ездить на Жигулях, когда уже есть Мерседес, и он нам вполне доступен. То есть вот чат, мессенджер Telegram – это Мерседес по сравнению со всеми остальными мессенджерами, которые, в общем, Жигули или Лада Приора в лучшем случае. Очень крутейший инструмент, и в связи с тем, что мы с вами начинаем работать на молодежную аудиторию, у нас появляется новая целевая аудитория, это прям вообще молодежь, в связи с тем, что вы видели, да, Beauty Box, Маша Вэй становится лицом нашей молодежной косметики, это девочка, у которой 3,5 миллиона подписчиков на YouTube и по 3-4 миллиона просмотров каждого видео, очень популярный бьюти-блогер. В этой молодежной среде, и молодежь вполне к нам захочет приходить, и мы должны учиться работать с молодежью. Телеграм, конечно, представляете, как будет круто, если вы на своем каталоге сзади в контактах напишите Viber, WhatsApp, Telegram. Это вот просто вам будет уже большой респект. Так вещь просто обалденная. К этому вебинару, в видеокурсе, мы вам приложим видеоинструкцию, очень простую. Я вам, к сожалению, сейчас не смогу показать на рабочем столе, как установить мессенджер Telegram, потому что он у меня уже установлен, и просто мне не даст программу установить второй раз уже установленный. А сносить, вы понимаете, мне не очень хочется, потому что у меня там уже много чатов и много информации. Поэтому к этому вебинару, к записи этого вебинара, в прикрепленных файлах, у вас будет... А давайте-ка я вам покажу, кстати, как это у нас все выглядит. Запускаю экран рабочий. Так, я думаю, должно быть видно.
Сейчас я вам покажу наш видеокурс от TurboStart 3. Вот в таком виде. Смотрите, вот этот зеленый чемоданчик – это видео. Если вы здесь видите, что есть время, есть зеленый чемоданчик, значит, видеозапись прошедшего вебинара уже в видеокурсе. Стоит нажать вот здесь, и видео у вас запускается. Кроме того, вот видите, каждому, вот у нас установочный вебинар, аж 13 файлов у нас там приложено. Вот вы их открываете, у нас потому что была такая история, когда на одном из последних вебинаров, по-моему, еще в первом турбостарте, человек сказал, что надо было файлы открывать, а почему вы не сказали? Ну вот как-то мы не подумали, что вы можете решить, что мы это делаем для себя, и это никому не интересно. Открывайте, конечно. И вот здесь есть такая дискетка со стрелочкой. При нажатии на эту дискетку у вас файл скачается на компьютер. Так что как устанавливать вебинар, Telegram на свой компьютер, как его русифицировать, у вас будет очень понятное пошаговое видео прикреплено вот здесь. И давайте выходить с вами из зоны комфорта, давайте становиться современными, давайте учиться с новыми крутыми штуками работать, потому что, ну, они будут, да, будут появляться все новые, новые, новые. Если вы к этому новому не привыкнете и будете все время держаться за старые методы, вам будет очень, очень тяжело. Так что вот Telegram один из самых развивающихся, крутейших, с обалденными возможностями мессенджера. Пользуйтесь. Ну и не забывайте, что самая актуальная информация и взаимопомощь в нашем общем чате в Telegram. Ссылочка вы видите, вот в чат я бросила. Кто уже установил Telegram себе на компьютер или на телефон, может сразу по этой ссылке проходить и добавляться в наш общий чат. Итак, в этот раз у нас нововведение. И мы решили среди всех участников проекта TurboStart сделать такой рейтинг. И вас, кроме того, что вы сами себе пообещали награду, мы уже с вами договорились об этом, мы тоже готовы вас вознаградить за ваше усердие. Три самых результативных участника, чей прирост по итогам четвертого периода составит 600 баллов и более, получают денежный приз. Первое место – 3000 рублей, второе место – 2000 и третье место – 1000 рублей. Деньги мы эти вам готовы перевести куда угодно, куда вы нам скажете. Хотите на телефон, хотите на карту, хотите на ваш личный счет Faberlic, пожалуйста, это вы выбираете сами. Но очень вам советую, ну, попробовать взять этот приз. И, кстати, этими денежками вы сможете оплатить какой-нибудь другой очень интересный обучающий курс, который продвинет вас. Так, итоги рейтинга. Как раз мы опубликуем в нашем чате в Telegram TurboStart 20 марта 2017 года в первый день каталога номер 5. Но хочу обратить особо ваше внимание, что по итогам проекта вам будет предложено заполнить форму отчета. Да, вот сколько у вас было баллов, сколько стало, сколько было консультантов в структуре, столько стало. Если вы эту форму не заполните, мы, к сожалению, не сможем вас включить в этот рейтинг, потому что мы просто-напросто о ваших результатах не будем знать. Поэтому как только эта форма появится, не игнорируйте ее, пожалуйста, заполняйте. И не думайте, что если, ну, вы только сделали 600 баллов, или, ну, бывает такое, знаете, а я думала, что я вот, как бы, все круче меня, а я думала, ну, мой результат, он такой, не особо хороший, решила не заполнять. Не надо этого делать, не надо себя недооценивать. Во-первых, очень много, может быть, таких же, как вы, которые решили не заполнять, и вы окажетесь здесь в фаворе, да, вы же не знаете, какие результаты у других участников. Вполне возможно, что ваш результат как раз самый лучший. Татьяна, первые слайды показать. А зачем, если не секрет? 5 новых консультантов каждую неделю, 50 баллов личного объема. Вот ваша основная задача. Каждую неделю вы вот себе должны, это как отче наш сейчас в голове, уже себя на этот режим настроить. Да, если вы хотите реально стартануть, вам необходимо рекрутировать. Без рекрутинга не будет ничего. Если у вас не будет людей в структуре, у вас не будет товарооборота, вы не будете двигаться по маркетинг-плану, вы не будете получать выплаты от компании Faberlic. Люди – это наше все, особенно на начальном этапе.
5 новых консультантов с первым шагом стартовой программы каждую неделю. И будет вам счастье. Ну и раз уж мы перешли с вами к маркетинг-плану и к выплате вознаграждения от компании Faberlic по маркетинг-плану, мы с вами буквально сегодня, ну, пару минут поговорим о 50 баллах личного объема. Я думаю, что здесь среди присутствующих нет клиентов, нет привилегированных покупателей. Здесь присутствуют те, даже если вы еще, ну, если у вас еще нет баллов в структуре, у вас нет структуры, нет консультантов в структуре, но вы намереваетесь эту структуру строить и получать товарооборот, соответственно, получать процент с товарооборота своей структуры. Для того, чтобы получать товарооборот, процент товарооборота своей структуры, извините, уже заговорилась, необходимо делать личный объем 50 баллов. Это непреложное условие, это обязательно. Для того, чтобы войти в маркетинг-план и для того, чтобы получать свои выплаты, 50 баллов личного объема вы должны делать обязательно. И я вам очень рекомендую обратить ваше особое пристальное внимание на то, чтобы эти 50 баллов личного объема у себя организовать. Да? Не для того, чтобы в последний день каталога лихорадочно проплачивать какие-то свои заказы. Не для того, чтобы, видя, что «ой, мне не хватает там 5-6 баллов», думать, что же мне пробить и... В конце каталога, когда уже все распродажи, уже все в дефиците, весь товар уже разобран, выбивать хоть что-нибудь, чтобы сделать эти 50 баллов, организуйте себе эту работу, да? Организуйте себе 50 баллов. Итак, как это сделать? Первое. Во-первых, вы оцениваете возможности личного потребления. Конечно, личный объем, ну, в первую очередь, это ваше личное потребление. И без личного потребления как мы можем с вами рекомендовать? Как мы можем с вами говорить с людьми, если мы сами не потребляем продукцию своей компании? Поэтому оцените возможности вашего личного потребления. У вас у всех разные обстоятельства. Кто-то, думаю, молодая девушка, у кого-то семья и дети. Поэтому разное может быть у вас личное потребление. Вот у меня, например, 50 баллов. Это вот реально личное потребление. Мы с семьей, у меня двое детей, муж, собака, которой тоже я иногда покупаю какую-нибудь монарду или бактериофаги. Мы потребляем на 50 баллов. Очень много одежды, очень много сейчас нижнее белье. Сейчас уже мужское нижнее белье пробивается, кто еще не знает, посмотрите в продукции. Да-да-да-да-да-да-да. То есть мы с семьей потребляем реально эти 50 баллов без проблем. Ну, да, больше 50, бывает 150 и выше, это только личное потребление. У меня клиентов нет, я не развожу товар, не делаю этого ничего, но у вас может быть совсем другая ситуация. Вы девушка 22 лет, никаких у вас детей, никакого мужа нет, но тем не менее вы должны понимать, сколько же вы из этих 50 баллов потребляете или готовы потреблять сами. Для этого мы вам предлагаем провести домашнюю ревизию. Вот прям возьмите тетрадку и идите по дому и записывайте все, что у вас дома стоит, да, любую продукцию, аналогичная, да, как сказать, аналогичная которой, да, есть у нас в каталоге Faberlic, есть в ассортименте Faberlic. То есть, если у вас стоит мыло какой-то другой компании, запишите себе мыло. Если у вас стоит Fairy в качестве средства мытья посуды, запишите себе это. То есть, запишите все то, что вы так и так покупаете, зачем вы ходите в магазины и что вы можете заменить равноценно абсолютно и даже с выгодой для себя, заменить на ассортимент каталога Faberlic. Составьте себе такой списочек. Посмотрите, что у вас заканчивается. Мы вам не предлагаем взять все и выбросить, и быстренько везде все свои полки заставить Faberlic. Ну, ни в коем случае. Но если вы видите, что у вас заканчивается средство для посуды, например, или средство для посудомоек, или порошок стиральный, или какой-то крем, или мыло для рук, или гель для душа, запишите себе, пожалуйста, что это ваша ближайшая покупка по каталогу, вот на первой неделе уже этого каталога. Список, который, да, мы вот предлагаем вам, вы уже можете посмотреть по этому списку, провести ревизию. Но я вот прям рекомендую прям по дому ходить, потому что, ой, увидишь какую-нибудь баночку и вспомнишь, что на самом деле я же могу же Faberlic эту же самую баночку купить, еще и в накопительную себе программу баллы положить, а потом взять эту же самую баночку совершенно бесплатно.
используйте, да, используйте все выгоды компании, которые дает вам компания, все бонусы, все распродажи, все накопительные программы. Ну, оцените, да, оцените свое личное потребление. Очень рекомендую, когда вы составите такую табличку, вот прям рекомендую, будет очень-очень эффективно для вас и для ваших клиентов, если вы с этой вот тетрадкой, в которую вы это все записали, вы пойдете в магазин, ну, в любой, в обычный, и запишите туда цены на этот товар в магазине, ну, обычный, запишите от до, да, мыло, допустим, для рук, от 60 до, да, там, до 99 рублей. И так далее. И посмотрите, какая средняя цена на эти позиции в магазине. И сравните с той ценой, которая есть у вас в каталоге Faberlic, учитывая все ваши скидки. И, во-первых, вы сами увидите, насколько выгоднее вам потреблять в компании Faberlic. А во-вторых, у вас будет всегда инструмент такой рабочий, который вы можете показывать своим новым клиентам, своим новым консультантам и показывать реальную выгоду. Не просто вы покупаете гарантированное качество без подделок, не просто вы покупаете эффективный, хороший продукт, вы еще и на этом реально экономите и еще и получаете в подарок от компании благодаря программе Faberlic Club те же самые необходимые вам средства совершенно бесплатно в подарок. Это очень здорово. Итак, оценили возможности личного потребления. Если вы потребляете 50 баллов лично, пока можно на этом остановиться и дальше не идти. Но если вдруг такая ситуация. Вот я говорила, что я с семьей 50 баллов лично потребляю. Но вдруг оказалось, что я очень хочу поехать в Доминикану. А чтобы поехать в Доминикану, надо делать 100 баллов личного объема. А 100 баллов личного объема я уже с семьей. Уже столько я, извините, не ем. Это уже мне столько не слопать. Поэтому приходится искать. А где же взять дополнительные 50 баллов? И я поделюсь с вами, ну, теми инструментами, которые я для себя нашла. Оцените базу своих горячих контактов. Кто такие горячие контакты? Это близкие друзья и родственники. Согласитесь, вот поставьте в чат плюсики те, у кого есть, ну, такие люди, которым вы никогда не продадите по цене каталога. Вот вас попросят принести, вы отдадите по своей цене. Вы отдадите со скидкой. Есть ведь такие у всех, я уверена. Вот, вот, вижу ваши плюсики. И у меня, конечно же, такой круг был. Но он у меня, помните, я говорила, организованный. Настя, вот ты же ж... Даже мамки продашь по цене каталога. Настя! Анастасия Черник. Ну, молодец, конечно. Ну, а что, время свое зря тратить? Но, тем не менее, я думаю, что у большинства, конечно, такие люди есть. И у меня они, у меня эти люди тоже были, и сейчас они есть, которым я никогда не принесу по цене каталога. Все равно отдам со скидкой. Но вот они у меня были неорганизованы. Такие хаотичные были потребители, которые звонили мне и говорили, у вас там вроде колготки есть, принеси мне, пожалуйста. Или, ой, у меня там закончился какой-нибудь крем, принеси мне, пожалуйста. Или, ой, я еду отдыхать на море, мне надо солнцезащитную серию и еще что-нибудь. И как часто бывало, мне уже начали говорить, у тебя бесполезно заказывать, ты все равно не принесешь. И заказывали либо у другого консультанта, либо вообще в компании другой, не буду называть в какой. Ну, потому что на самом деле у меня клиентов нет, у меня это не организовано. Мне позвонили по телефону, я тут же забыла, и, в общем, это последнее дело, которое я себе поставлю галочку, побежать и отнести этот крем, который у меня просят, да еще по своей цене, да еще куда-то ехать. А вот когда мне понадобилось сделать эти дополнительные 50 баллов личного объема, я быстренько свою эту базу собрала и сделала очень выгодное предложение всем своим вот этим горячим контактам, что я готова вас поставить на абонентское обслуживание. То есть, вот вы, ребята, же хотите, чтобы я вам это все приносила? Хотите, чтобы я вам приносила вовремя? Вам нравятся все наши средства? Ну, я вас уже замучила, я колготки вам полгода несу. Давайте с вами договоримся так, что каждый месяц я вам буду приносить на 1000, на 1500 рублей. У кого семья, на 2000 рублей. От меня набор. Да, я не буду вас спрашивать ничего. Я просто принесу вам набор. Вы у меня все будете на карандашике. Я знаю, что у кого заканчивается. Я знаю, что кто что любит, кому что надо принести, кто чем пользуется. Я буду вам раз в месяц приносить пакетик, вы мне будете отдавать 1500, и мы расстаемся с вами вообще в прекрасных взаимоотношениях, и вы счастливы, и я счастлива. И каково же было мое удивление, когда все, каждый из них не просто согласились, а и с радостью сказали, Господи, да давно бы так уже, до тебя не дозвониться, не допроситься. И вот сейчас я такие раз в месяц формирую для своих 3-4 ближайших вот таких друзей такие пакетики, которые очень здорово мне помогают делать свой личный объем.
Используйте эту возможность. Также используйте возможности личного интернет-магазина. Опять же, ну вот работать интернет-магазином, для меня кажется, это достаточно, ну, затратно, что ли, по времени. То есть мне свое время, я его знаю, куда в другое место вложить. Но если вам нужен личный объем, используйте интернет-магазин именно для этого. То есть если вы будете свой интернет-магазин рекламировать вот в своем городе, в своем районе, в своей соцсети только для жителей вашего города, и у вас там будет несколько буквально клиентов, этого вам будет достаточно для того, чтобы делать свой личный объем. Ну и третий инструмент, который я вам рекомендую, это составить базу теплых контактов. И вот из этих теплых контактов выбрать уже 3-5 семей, ваших уже приятелей. Это не горячий круг, это те, кому вы будете приносить по цене каталога, но ограничиться 3-5, да, не бегать, не искать без конца этих клиентов, потому что иначе вы не будете расти как структурный лидер, если вы будете бегать по клиентам. А выбрать 3-5 семей своих приятелей, которые вам будут заказ тоже делать там на 1000 рублей по каталогу раз в 2 периода, к примеру. Но важно здесь, опять же, вот запомните это слово, организованный личный объем. Если вы выбираете такой способ работы, он тоже должен быть у вас организован. У вас должна быть картотека клиента. У вас должно быть записано, что в такого-то числа вы в эту семью отнесли такие-то продукты. Примерная оценка, насколько этих продуктов хватит. И галочка у вас должна стоять, что, допустим, я принесла в феврале, в марте мне нужно перезвонить Анне Ивановне и спросить, не закончилось ли у нее средство для посуды, не закончился ли у нее тоник для лица. И обслужить через 2 каталога этого клиента снова. И тогда они никуда от вас не уйдут. И тогда вам будет легко делать свой личный объем 50 баллов. И обязательно, вот это прям возьмите себе за правило, делать свой личный объем всегда на первой неделе текущего каталога. Вам его так и так делать. Если вы в маркетинг-плане, это для вас обязательно. Вам тут никуда не соскочить. Зачем тянуть до конца каталога? Вообще советую в первый день. Каталог начался, вы уже знаете заранее, что вам нужно пробить. Вы пробиваете, делаете свои 50 баллов и на этом про свой личный объем забываете. Если у вас все будет организовано, и именно так и будет происходить, вам гораздо будет легче, эффективнее, экономнее, и вы не будете вкладывать свои собственные средства на того, чтобы добивать какие-то недостающие баллы в конце периода. Вы не будете затариваться ненужным совершенно вам продуктом на данный момент. Итак, сделать 50 баллов личного объема легко, я вас уверяю, по той же схеме легко сделать и 100, и 150 баллов личного объема, но главное, чтобы это было организовано, а не абы как. Все слайды, Лариса, все слайды у вас будут в видеокурсе. Мы всегда выкладываем презентации, поэтому не надо, ничего не списывайте. Ну а потом... Ну мы же с вами уже ж продвинутые люди. Нажимайте кнопочку print screen, если вы хотите сохранить себе слайд. Не надо переписывать. Делайте снимок экрана и сохраняйте как файл. Итак, домашнее задание ваше. Заполнить заявку на участие тех, кто еще не заполнил. Подписать договор о намерениях, ссылку на который вы получите на почту, и также ссылка на договор о намерениях будет у вас в материалах в видеокурсе к этому видеоуроку. Сделать свой личный заказ. Мы пока вас, смотрите, не ограничиваем, но очень советуем поторопиться, потому что у нас сегодня второй день каталога, а уже много чего нет из того, что, возможно, вы хотели, а также ваши клиенты или ваш горячий список. И будет обидно очень отказывать своим любимым людям. Посмотреть все материалы в материалах к этой сессии на видеокурсе, ссылку на который вы получите на почту. И установить мессенджер Telegram на свой компьютер и мобильное устройство и добавиться в общий чат. Ну и шестое здесь я потом добавлю, и мы эту презентацию выложим также в видеокурс. Шестое. Те, у кого еще не стоит галочка на открытие интернет-магазина, пожалуйста, сделайте это и откройте свой интернет-магазин. Вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Кто-то из держателей проекта TurboStart, организаторов, может быть, хочет
дополнить. Может быть, я не все сказала, что должна была. Светлана. Я смотрю, вопросов нет. Если никто ничего не хочет добавить, мы можем заканчивать. Все хорошо. Светлана Луговых, пожалуйста, от вас еще жду. Все хорошо. Ага. Светлана Луговых сейчас сбросила ссылочку на «Добро пожаловать в Фаберлик». Так, да-да-да, на «Добро пожаловать» и на вебинар по продукции. Так, хочу ее скопировать. Угу. И еще раз продублировать в чат. Через 5 минут по этой ссылке начинается вебинар «Добро пожаловать в Фаберлик», о котором мы вам говорили, который проходит по вторникам. И у вас есть еще 5 минут, но для того, чтобы пригласить своих консультантов в этот вебинар, если вы раньше о такой возможности не знали. Благодарю вас всех за участие. Заполняйте заявку на участие. Привлекайте своих новичков-консультантов. Успевайте донести им эту информацию, чтобы завтра, в среду вечером, все получили ссылочки на вебинар в четверг. Превращай свои мечты в цели и достигай их, да? Вебинар по целеполаганию от открытого бриллиантового директора компании «Фаберлик» Светланы Луговых. Я с вами прощаюсь на сегодня. До свидания. Всем удачи, всем классной рабочей недели и суперкрутых результатов во втором каталоге.